На область обрушился сильнейший снегопад, а это значит, что коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. 7 декабря сотрудники Госадмтехнадзора совместно с представителями администрации округа, Пушгархоза, ЖЭУ Пушкина и электросетей провели рейд, главная цель которого – проверить, как ведутся работы по уборке снега. Сегодня мы прошли путь обычного человека от подъезда дома до станции Пушкина. Мы увидели тротуары непочищенные. Хотя там работы и велись, но опять-таки, как мы видели, как только проходит трактор, он расчищает именно лед. Вот эта несогласованность действий, она и ведет к поступлению жалоб на тот же самый портал «Добродел». Одной из главных проблем является то, что нет четкого разграничения, где и чьи должны проводиться работы. На данный момент такую схему разрабатывают в администрации муниципалитета. В ходе рейда комиссия посмотрела, как чистят дворовые территории, и пообщалась с жителями. В принципе, мы видим, что уборка проводится ввиду того, что сегодня большой обильный снегопад. Тем не менее, люди выходят на территорию, и люди работают. Есть небольшие провалы. Я думаю, что необходимо усилить уборку на самих дворовых территориях. Вот. Это и обработка ПГМ. Но в связи с тем, что мы будем чаще проводить такие рейды, я думаю, что эти провалы у нас исключатся. В результате были определены трудности, с которыми сталкиваются управляющие компании. Администрация округа совместно с Госадмтехнадзором эти моменты будет прорабатывать. А подобные рейды станут еженедельными. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение.